Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту Dream of Life, где нам абсолютно без вложений на просмотре видео дают зарабатывать криптомонету Solana. Также у меня сегодня видео не по без вложению, а о том, что запустили матрицу. Матрицу запустили вчера поздно вечером. Значит, здесь шапка слева и внизу матрица. Так, значит, минимальный вход здесь от $6. $6, вернее. И $46. Значит, у меня уже, естественно, я зашла, потому что я уже в проекте по самое не могу, и я даже не раздумывала. Вот зашла я на $6, и у меня уже есть выплата матричная $5. Вот, давайте опустимся вниз. Значит, первый вход вот $6 единоразово. Здесь нет как бы абонентской этой платы. Вот. И можно здесь как бы почитать. Значит, правила по матрице. По мере заполнения структуры первого уровня происходит следующее. При заполнении номера 4 четвертого стола вы получаете выплату 5 USDT. Значит, я даже не знаю, кто это здесь за люди, потому что я зашла, и как бы тут не обязательно свои приглашенные. Я даже рекламу не давала по этой матрице, ничего. Значит, тут я первое место, второе, третье, четвертое мне встал человек, и я получила вот на вывод 5 USDT. И вот встал еще человек, еще два человека встанут. Я автоматически перейду на второй уровень. И здесь также правила по матрице. По мере заполнения структуры второго уровня происходит следующее. При заполнении места 2, второй, как бы человек встанет, вы получаете выплату 15 USDT. При заполнении места номер 3 ваш спонсор получает выплату 5 USDT. Следующий. Здесь 3 стола. И здесь по кругу можно ходить, это многократно. Третий стол, да? И правила матрицы. Также по мере заполнения структуры третьего уровня происходит следующее. При заполнении места номер 3 вы получаете одного клона первый уровень. И ваш спонсор получает выплату 5 USDT. И так бесконечно можно ходить и зарабатывать. И да, вот $40 40 USDT стоит стол. Тоже здесь 3 стола, как бы 3 уровня. Не, здесь больше уровней. Вот. Также это можно все прочесть. Также кликаем правила матрицы. По мере заполнения структуры четвертого уровня происходит следующее. При заполнении места четвертого вы получаете выплату в 36 USDT. Ну и так далее. Вот. Естественно, я зашла, я не могла не зайти. Просто проект прекрасный. Пополнять здесь. Я никого не призываю. Я просто вам показываю то, что здесь нового. И что я делаю, как я зарабатываю. Ну и все такое. Значит, здесь пополнить баланс. Я скопировала вот этот вот адрес. ТРЦ20. Перевела денежку. Баланс мне пришел вот сюда. Я опустилась ниже, кликнула вход 6 USDT, и все, я встала матрицу,
вышла из кабинета. И сегодня вот там зашла, у меня уже вот на балансе $5. Вот. Ну, в принципе, по матрице я вам все сказала. Здесь вывести, перевести, как бы. Все это кликабельно, все на автомате. Вот, ну и перевести. Далее, что кабинет пользователя. Значит, многие тут жалуются, что выплаты задерживают. Ну да, задерживают, бывают выплаты, но не переживайте, выплаты идут. Выплаты поступают прямо на кошелек Solana. Матрица, друзья, это не обязательно. Независимо от того, что вы работаете абсолютно без вложений, и матрица, это два разных дохода. Одно другому не мешает. Я работаю без вложений, и я зашла в матрицу. Просто в матрице я ничего не делала, не делаю, просто зашла и жду дохода, да? Вот. Ну, а без вложений, естественно, я работаю, и у меня сейчас вот на другом компьютере как бы идет видео 13-часовое, по-моему, я запустила. У меня, в общем, два, как я почитала, до 8 вечера или до 9, в общем, оно будет все идти. Вот. И кто работает без вложений, здесь все зависит, напоминаю, от нашего стажа. Чем выше наш стаж, тем больше доход. Вот. И мои выполненные задания. Вчера у меня висело выплаты. Вот 2.11 я работала, да? Сегодня 3. Вот у меня еще одна выплата в очереди. Я ничего не переживаю. Выплаты придут. Вот. И вот 4 выплаты. А, нет, 5 за первое число. У меня тоже висело. По-моему, да. За первое у меня висело и за второе. Вот у меня все суммировалось. Вот. И выплаты у меня, они объединяют, когда они висят, выплаты, да? Вот. В очереди. Потом они объединяют, суммируют все, 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 все суммируют. И у меня вчера уже поздно вечером, уже после запуска этой матрицы, пришло два платежа, как бы двумя платежами они пришли. Вот, Solana. И вот у меня вчера пришло, за первое число мне суммировали, пришло 853 тысячи. Мне в комментариях пишут, что платят копейки, выплаты задерживаются, не доходят. Ну, не знаю, может, у вас не доходит, у меня все доходит. И, может быть, для вас 837 тысяч Solana, это, может, мизер, это копейки. Для меня это отнюдь не копейки. И вот 122 тысячи. Вчера вот поздно вечером все суммировали и выплатили. Для меня это отнюдь не копейки. Я довольна. Вот. Это, напомню, интернет. Вы сам себе начальник. Вы хочу работаю, хочу не работаю. Нравится проект, зашел, работаю. Не нравится, прошел мимо. Это ваше право, как бы, и сами решаете, работать вам здесь или не работать, как и в любом другом проекте. В принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!